Такая деревянная фигурка называется пана. Их до сих пор находят на раскопках в деревне. Также создавались фигурки из соломы. Соломы было очень много, был очень удобный и легкий материал. А это что? Колосик у нее в руках. У девушки. У девушки в руках колосик. Такая погремушка называется шерпнок. Она сделана из бересты, береста такая огородина. Утром насыпали мелкие камешки, крупы, горошек. И считалось, что когда ребенок играет в такую погремушку, звук у него выкидывает себя разные люди. Люди верили, что существовали. И считалось, что такой домовой живет в каждой избе за печкой, чтобы помогать по хозяйству, охраняет дом. Но по характеру он был очень вредным. Все обереги были разные. Например, вот эта кукла зерновушка. Она сделана из мешочка зерна. То есть это не просто кукла, это еще и запас зерна. А это же. Дети сами делали себе вот такие простенькие кукла для наших. Дали кусочек дерева, оборачивали в талец, и получалась вот такая вот кукла. Вот это филимоновская игрушка Тульская область. Уже более яркая, разноцветная. Одна из самых известных – это дымковская игрушка. Эти игрушки славились яркими красками, необычными сюжетами. На игрушках всегда изображались символы. Например, вот такие кружочки. Они означают солнце. Поэтому игрушка такая яркая, солнечная.
на цепи. Изображали скоморохи, а цвет от слова животных, писали поговорки, пословицы. А вот такая белая-синяя душа к нам пришла из Голландии. Изначально это голландская душа. Белый-синий напоминает наши мастера, развивающие локоть, как у нас в движении. Вот такие накиды. Здесь нужно было шарик забросить на базе пустить.